Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов, с вами снова Артем и Артур. Мы продолжаем проходить Diablo 3, мы находимся в Алькарне. В общем-то, должны найти логово ведьм. Всем Да, привет. я вечно забываю дать тебе слово, чтобы ты поздоровался. С моей стороны, это, по-моему, гадское свинство. Да ладно. Ну, ничего. Мы такие, в принципе, да. Так, и мы в итоге пришли в логово ведьмы. Возможно, удачно, тут живет Магда. Если тут живет Магда, то Магде настал Магдец. Так, принять. О, совсем новая локация. Логово Магды, да, так точно. Ух ты. Все, мосты сожжены, то есть назад пути нет. Так, тебе дали достижение? Нет. Как нет, подожди. А, нет, дали, я бы заработал. Офигеть. Я думал, если уже и сейчас не дадут, я уже не знаю тогда. Не знаю, я просто после того, как отсняли предыдущие 6 серий, я после этого 2 ночи плакал в подушку. Ну как так вообще, мне ничего не дают? А тут как-то ситуация... О, как-то ситуация пошла на поправку, я смотрю. Как бы там ни было, убить Магду у нас задание. Офигеть, наконец-то. Это ты. Наваждение тебя больше не спасут. Все это уже не имеет значения. Пока ты гонялся за мной, императорские гвардейцы Белиала схватили твою маленькую ведьму Лию. Скоро ее сила перейдет к нему. Т-т-т-т. По-моему, кто-то нарывается. Да. Да, я даже прыгнуть, хотя тут это не обязательно. Бей бабу. Бей бабу. Так. А, кстати говоря, довольно неплохо бьют. А, кстати, наверное, мы все-таки должны сначала замочить ее этих братюнь, потому что у нее какой-то шар защиты, как у дроидоков из Звездных войн. И мы ее, пока она не восприимчива к урону. Блин, ну что ж ты, зачем ты мне сказал? Я теперь опять хочу посмотреть Звездные войны. О, а я на днях пересматривал все эпизоды. Ну тебе сам Бог велел, у тебя там. Прохождение идет Джедай Найта. Я помню. В свое время у него были. Ох, меня ранили. Не, а я вот, например, в свое время пропустил, но. И вот сейчас только поиграл. Но игра все равно доставляет. Но там по нынешним меркам много. Столько коряво сделано. Вот этот устарело, дизайн, понятно, уровень. Но. Хрен поймешь, куда идти. Как бы но да. При этом, блин, как-то вот именно этим и цепляет. То есть никаких подсказок. Понятно, что все-таки она линейная. Но тем не менее. Тебя, короче, как кутенка бросают в воду. Выплывешь, нет? Да, да, да. Ох, так, по-моему, нужно маленький этот тайм-аут, ребята. Рабы Магды, они, по идее, на нашей стороне должны быть. Действительно. Предатели. Ненавижу. Ну, пока никаких особо сложностей я не заметил. Ну как, мне достаточно много раз. Ну, весь пол, в принципе. Эй, иди сюда. А, ты тут? Я тебя перепутал там с одним трупом. Прощай, тварь. Темным культом покончено. Покойся с миром, Декарт Каин. Реквест Карен Пачи. По-моему, кому-то меньше нужно играть. Assassin's Creed. Я уже давно не играл. Просто очень понравилась эта фраза, не знаю почему. Так, нам с тобой опять дали по достижению. Редкое. Мощное двуручное оружие. 25 к живучести. Блин, оно двуручное. Если вы экипируетесь этим предметом, то получите минус 70 здоровья, минус 29 к урону. Так, отстой. О, мне еще дали какой-то амулет, с которым с каким-то гнездом. То есть в него можно, видимо, драгоценные камни. Да, я тоже. А я, блин, недавно продал драгоценный камень. Так, ты посмотри. Вроде бы броня ниже, но насколько тут, сколько всего крутого. Ладно. Мне повезло. Я нашел хорошие вещи. Да, неплохо. Неплохо, неплохо, тебе, весьма. Кстати, не нужно вот этот вот. Смотри, как выглядит. Ты его видел вообще? Мало ли. Он мне не нужен. Блин, ну ладно, я его разберу. Продаж, да, на базаре. Так, ну все, Магда, осталось Магду похоронить, как просили зрители, и да, на надгробии там зацарапать букву Г
И написать N. Кровью причем так. Неряшливо, плохим почерком. Да. Чтобы все знали, что с бруталами шутить не стоит. Они убьют тебя и надругаются на твоей могиле. Это ж сколько она нам мозги? Серии, наверное, 12-13 компостировала. Считай, сколько мы играем, она все время показывалась, да, говорит, вы неудачники. И убегала сама почему-то. Так, интересно, а кто вот этим заведует? То, что поднял мост, опустил мост. Я хочу его найти и убить. Так, а подожди, мы, наверное, все-таки давай возвращаемся. Куда мы возвращаемся-то, подожди? Тайный лагерь надо вернуться, написано. Это далеко. Ну, просто можно через систему порталов быстренько туда. Вот, допустим, к вратам страданий телепортироваться, оттуда поближе будет. Сначала идем в город. Да. Ну, не знаю. Ты у нас верховодишь в этом деле, я потому что что-то сегодня туго соображаю, ну, как обычно. О! Так. О! Последнюю минуту жизни Магда предрекла, что скоро владыка демонов Белиал будет править нашим миром. Остановить его... Этого не случится. Неправда. Каинум. Мы же ни в чем не виноваты. Не виноваты, ага. Не, когда они там выкатываются голышом на снег, и ага. Такой орёт, куда? Тот вот такой, усоль, туда! Куда? Куда? Туда! Это лучший вообще фильм про советскую милицию. Так, ну к нам, кстати, сюда и нужно хули было, кали. Как оказалось. Ганы. Ну, да. Так, нам к Тирелю нужно, но мы сейчас, может, раскидаемся? Обязательно, обязательно. Так, ты у нас сегодня мастер. Мастер. Так, а как ты там, мне писали, что ты как-то все сразу разбираешь. Я? Да. Так, ладно. А ты как разбираешь? Я их перетаскиваю. Да, нет, я нажал на кнопочку разобрать на материал вот на стороне. Кузнеца, вот это если. И просто там, как вот, клацаю по предметам. Понял? Правой кнопкой выше или левой? Левой. Ладно. Ну, вот, закладка разбирания предметов. Ага. И вот там есть такая штука, кнопка вверху, наковальня нарисована. Ну да. На нее и потом на... А, все, понял. Предметы. Вон оно как оказывается. Ты, я бы сам догадался. Вот оно что, Михалыч. Так, ну блин, у меня уже дофига это эссенции этих каких-то непонятных зубов. Нет, но мы из них можем собирать ненужные вещи. По-моему, это повод гордиться собой. Вот если только так, да. А иначе... Это же, по-моему, прекрасно, собирать зубья, эссенции. Кстати говоря, у меня большие подозрения насчет этой эссенции. По поводу именно? У нее цвет какой-то ненормальный. Вообще. То есть стоит ли вообще за ней остаться? Да, стоит ли таскать с собой. Не, ну, мне так нравится эта панорама города. И, кстати говоря, какой-то изумруд. Да, красиво нарисовано. Изумруд какой-то продал. А мне интересно, вот у меня есть ножик с ячейкой. А ты его давно продал? Нет, только что. А, я, блин, давно продал тот, что был у меня. А, вот, можно вставить в предметы с гнездами. Да, этот вот, надколотый вот изумруд. Что я хотел попробовать. Так, сейчас посмотрим, а как его вставлять. Тупо высунув язык, засовывать его туда? Не исключено. Так. Можно вставить в предметы с гнездами оружие плюс 10 крит урону, шлем плюс 5 золота при убийстве зомби. Ну, это очень важно. Другие зомби? Вещи при убийстве монстров. А. Так, но если в оружие, то плюс 10 криту. Ну-ка. Да-да-да, просто туда перетаскиваешь, и он вставляется. У меня так достижение, понял? Бэээ! Так, давай с Тирейлем разговариваем. Так, ладно, Тирейль. Нет, он мне больше нравился, когда он был ангелом в капюшоне. Перед тем, как я убил Магду, она сказала, что Лию схватили императорские... Так, это я Магду убил. Но давай не будем. Оказалось, что это змееподобные демоны Белиала. Должно быть, они удерживают... Смотри на его. ...против его воли. Прикольно, да. Страшно представить, что они могут сделать с Лией. Я пытаюсь ловить сюжет просто. У нас есть единственный шанс спасти Лию. Для этого мы должны освободить императора.
Ашира, капитан Стальных Волков, может провести нас к императору. Я поговорю с ней. И не уловил сюжет, я просто смотрел, как ты кромсаешь его плащ. Поговорить с Аширой, спасти императора, спасти Лию. Убить Диабло. Все. Отлично. Так и сделаем. Так, нам сюда. По-моему... А, ну да. Так, перекрашиваться-то будем, нет? А что? Надо? Какой-нибудь... Мне нравится белый цвет. Ну... Был бы черный, вообще было бы отлично. Я тогда был... И маску бы дали, как у ниндзя. Американский ниндзя. Вообще. Майкл Дудиков. Майкл Дудиков. Вот фамилия потрясающая. Так, сейчас, погоди, я посмотрю, что там можно как-нибудь покрасить. Твоя одежда. Так. Ты же не хочешь выглядеть как крестьянин. Краска. А и красители помогут сделать твое одеяние ярким. Мало расцветок. Угу. Я вот хочу весеннюю, возможно. Давай посмотрим, как она будет смотреться. Я не буду пока брать. Денег, блин, жопой жуй. Ну да. Так, правая кнопка. И вот так. Правая кнопка. Вот так. Ууу, нет. Так. Блин. Так, надо наруч тоже такого цвета сделать. Детской неожиданности. Так, ну я взял зимнюю краску, но я не уверен. По-моему, у меня как раз такая же. Да, по-моему, у тебя зимняя была. Надо ее продам. Блин, вот продал за 14. Купил за 360. У меня такой цвет. Что за... Во, вообще, видно издалека. Да, маскируемся. Голубенькую взять, что ли? Такие кислотные будем. Сейчас тогда подожди. Блин, и сапоги покрасили. Такие без палева. Колокол вернулся. Тихо. Это ты махал? Да. Я думал, в городе что-то не то происходит. А тут получается... Цветовая сочетаемость у меня достижима. Один пузырек красит одну, да. Ту самую, да? Угу. Сейчас тогда их натырю. У меня достижение. У тебя? Так, стоп. Цветовая сочетаемость. Я все в один цвет покрасил. У меня даже ведро такого цвета. Блин, почему я не могу некоторые предметы просто красить? Кстати говоря, тут есть краска бесцветная. Если покрасишь с ее помощью вещи, то у тебя просто броню не будет видно, ты будешь в трусах бегать. Отлично. Бородатый брутал в юбках. Вернуться. Ох, ты зачем? Кулакал так видал, как расширел. Так, кстати говоря, что это копье он это делает? Волшебный растворитель. Удаляет пятна, справляется с гнилью, имеет прекрасный вкус. Отлично. Возьми пару бутылочек. Приговорим. Наберу на самом деле. Так, можно было бы сразу несколько брать. Так, ну ладно. Ну что, пойдем поговорим. Пойдем. С кем? С Аширой. Ашира! Императору и мне. У меня такой глупый вид. Мне нужно войти во дворец. Я слышала о твоих подвигах на заставе Хасим и Валькарни. Благодарю тебя. Конечно, я тебе помогу. Капитан Раван, у этого человека чрезвычайно важная информация о резне в пограничье. Нам срочно необходимо доложить об этом императору. Хорошо. Но не рассчитывайте на радушный прием. Пропустите! Да, конечно. Ничего, это не переживем. Палпатина, наверное, да? Так, калитка закрыта. Так, Ашира. Да, твоя очередь с ним говорить. Я проведу тебя во дворец. Пойдем. Во, твоя тут... наглость не имеет предела. Император? Ты посмел предстать перед моими очами? Мои стражи доложили, что именно ты повинен в гибели несчастных жителей Алькарна. Не верьте, это ложь. Резню в Алькарне устроили слуги Белиала, Магда и ее темный культ. Если ты не виновен, то почему твой лазутчик рыскает по городским стокам? Стража, приведите ее сюда! Это так, кто я думаю? Да. Это кто? А, да. Магичка. Лазутчик. Отпустите меня! Лия.
А, это Лия? Да. Вида крови. Стража, разберитесь с ними. По-моему, у кого-то проблемы, явно не у нас. Явно его отшлепать ремнем не помешало бы. Ну, по-моему... Ой, тихо, кто там страшный. Так, ну Лия, я так понял, она в критических ситуациях может натворить бед. Поэтому я ее даже побаиваюсь временами. Я знала, что ты меня не бросишь. Это да. Уходим, пока не сбежала стража. Так, мы тут наследили маленько. Так, мы будем обшаривать окрестности. Короче говоря, я как-то что-то пропустил, похоже. Почему он такой агрессивный был? Почему он думал, что мы в Алькарне там все это творили? Если там столько свидетелей, что мы пришли уже, как все это произошло. Не знаю, может быть он может быть, под властью он... кого-нибудь там. Белиала там. Жнецов там. Одурманен. Ага. Может Уходите. Быть. Уходите, я вас прикрою. Спасибо. Мы должны спуститься в канализацию. Я все объясню тебе, когда окажемся на месте. Ну окей, канализацию так канализацию. Ух ты, там смотри, народ на заднем плане. Развлекается, похоже. А ну-ка, ага. Ладно, пойдем. О, местные. На, ну так тогда все понятно. Посмотри на этих стражников-то. А, ну да, меня это почему-то в первый раз не удивило, а сейчас я начал понимать, что... Что-то тут не так вообще-то. Ну ладно. Интересно, это не сможем скинуть? О, там еще. Как рыбий какой-то. А, ну да. Хорош. Так. А как бы императора вообще не смутило, да? То, что... Ну, возможно, я же говорю, возможно, он скотина такая. Ведь начальница его стражи, это императорская, этих стальных волков, с нами бегает. Блин, ну, в Диабло все повороты такие вот, на самом деле, такие тон-тон-тон. Да-да-да. Ну, такие вот вообще идут. Ладно. Что-то нехорошее происходит, нет? Да, есть такое. Меня достаточно сильно стучат и по достаточно болезненным местам. Моя отступать. Моя, да. Блин, какие-то кислотные реки. Сейчас, давай восстанавливайся быстрее. Аптечка. А, не успею. Не успел. Вы погибли. Ваши предметы потеряли 10% прочности. Это я переживу. Так, мне к трупику нужен, да? А, надо. Я тут круги нарезаю. Неужто я хоть раз деньги по назначению? А вот уже, блин, колодец исцеления был. Чё ж я... Надо было к нему бежать. А где? А, да, есть там такой. Есть там такой. А! Ты там как? Я тебе привел друзей. А, ну ладно. Я сам себе вот друзей. Не так, чтобы хорошо чувствую панель. Мимо мана. Так, пожалуй, мне нужно вон туда сходить. А теперь пойти нарезать. Хорош. Отлично. Фух. Ну, надо сказать, на силу отбились. Хотя даже не отбились. Да, еще пока. О, да сколько у вас тут? Тут уже особые тактики пора применять. Колокольчики твои. Так, ладно. И чё, где у нас здесь канализация? Пойдём. А, здесь же вон ещё путь есть, я поворот не заметил просто. Ох, да ёлки-палки у вас тут. С мягким знаком. С мягким знаком, да. Оттафай малшика. С мягким знаком. Да, блин, у вас что, я не пойму. Сходка какая-то, что ли? Да, такое впечатление, что весь дворец ими захвачен. Не исключено, что действительно тот сраный император. Одурманен, скажем так. Кстати говоря,
У нас тут такие... Полемика такая жесткая идет по поводу концовки Mass Effect 3. Что ты думаешь по игре Mass Effect 3? Так, вот это такой вопрос каверзный. Каверзный, да. Ну ты имеешь в виду, какая, вообще по сравнению со второй? Не, про концовки спойлерить в целом, наверное, не нужно. А вообще, вот, вообще как у тебя впечатление, да? Ну, не знаю. Мне все три части, честно говоря, одинаково доставили. То есть нет такого, что, допустим, вот какая-то больше, какая-то меньше. Одинаково, потому что я всегда в таких играх на сюжет внимание обращаю. И сюжет во всех играх просто офигенный. Ну да, тут и есть. И в третьей еще там такая проблема есть, то что ты к этим собака-персонажам привык уже, и тут они погибать начинают. И такой, why? И до сих пор даже вот в комментариях спрашивают, как сделать так, чтобы тот выжил, как он у тебя выжил, этот. Хотя там Миранда у меня умерла. У меня Миранда выжила. Остальные вроде все. Она жива. Ну, вообще, Mass Effect это лучшая игра, то есть без преувеличения, в которую я играл. Мне больше Metal Gear все-таки нравится серия. Но в целом вот... Я далек от консольных. Ну да. Магда сказала правду. Моя мама жива. В глубине души я всегда знала. Я чувствовала, что это так. Так, женщина, не отвлекай нас давай. О-о. Будь осторожна, Лия. Иногда люди оказываются не теми, за кого мы их принимаем. Короче говоря, во второй части мне что не нравится, там по идее сюжета-то нет. Там, считай как, вначале тебя убили... Потом ты собираешь команду всю игру, там такие, считай, сюжет вперед не двигается, по большей части. Ну да. Идут чисто такие вот квесты на раскрытие вселенной, это, собственно, там сюжета продвижения нет. Потом, когда ты отряд собираешь, тупо там миссия невыполнима, Mission Impossible. Ну да. Все, хэппи-энд, все довольны, но при этом вторая часть, она вообще, по-моему, шедевр просто. Вторая часть, она все-таки, наверное, больше про взаимоотношения там между персонажами. Ну, там такие охренительные персонажи. Да, там каждый персонаж это... Ну, единственное, мне особо Джейкоб там не понравился. Такой он никакой какой-то. Джейкоб? Или как его звали? Джейкоб, по-моему. Ну, негр вот этот. А, нигра? Афроамериканец. Афрокосмонавт. А остальные все вообще... Особенно Тейн, ну Гарус, понятно. Ну Гарус это да. Гарус у всех в команде, по-моему, бегает. Да. В третьей части, что мне не понравилось, то что они вот завязали, вот обязывают просто мультиплеер играть. Не то чтобы он мне там не понравился, я никогда не забуду, как мы кроганами там развлекались. Да. Ну просто вот эту обязаловку я не люблю, то что поддерживать вот эту нужно готовность галактики. Возможно, это такой, скажем так, ход для борьбы с пиратством. Ну, так-то да, но... О, какая пакость. Дофига я его тронул. Я просто представляю, так пальцем вот так опасливо. Да, и там личиночки такие. Ага, и полезли такие, да, со Друзья, всех нарывов. Твоя запись, электрический угорь. У тебя есть такая? Электрические да. Угри — это опасные вредители, облюбовавшие оазисы вокруг Колдея. Атакуя, они бьют свою жертву током. Поэтому лучше избегать. Электрические угри в воде, это, конечно. Ходят слухи, что сырой угорь — излюбленный деликатес колдейской знати. Это так может быть серьезно. Но смею заверить, что это всего лишь досужие новости. Опять в какое-то говно залезли. Ну, как обычно. На самое лучшее. Ох, это чумные трупы, это что это такое? А в третьей части там тоже много к чему можно придираться, но когда вот тупо этот, как его там, на планете Кроганов, эта здоровая хрень лезет. Молотильщик этот. Молотильщик. И ты такой, вау! Да. Просто рот открыл и сидишь и слюнит. Да, там бежишь как брося. Или когда там вот это, опять же, на планете Кроганов за тобой эта здоровая дура гонится, а ты там с пулемета, ну толку нет от этого, ты стреляешь и там... Нет, вот. Вообще вот вселенная просто офигенно, жнецы там, все вот эти, это просто мега такие. Кстати, слышал, что они проговорили, что будет, они же сказали, что все, типа вот эта вот расширенная версия, это как бы все, они завершили полностью с именно этой трилогией,
На днях они проговорились, что нас ждут новые сюжетные дополнения именно по третьей части. Не мультиплеерные, а именно сюжетные. Ну, я не сомневался, в принципе. Они всегда выпускают. Вот, допустим, вроде как мне кто-то писал, то ли, как он называется, Левиафан, то есть там про какого-то жнеца-отступника или что-то вроде того. Короче, там скриншот просочился, что он на этом... Как там вот эти здоровые роботы были, в которых можно было залезать? Церберовские. А, я понял. Атласы. Да, вот они. Он, короче, Шепард в нем под водой где-то. На какой-то подводной базе. Как в первом эпизоде Звездных войн. Короче, то ли это будет приквел какой-то, то ли. Ну, короче, Шепард, он. В красной концовке же, блин, спойлеры. Ну ты понял, да? Ну да. В красной концовке, да. А так по концовкам можно придраться, вот народ справедливо пиная за то, что все вот эти выборы, которые ты по трилогии делал, да, не особо ни на что не влияют, конечно. Но все равно, то, что там под конец творилось, мне просто дико там чуть ли не на слезу прошибло. Да, особенно уже после того, как там все развязалось, вот эти вот рассказы там, что было после. Местами, да, реально пробивает на слезу. Ну а вообще вот это вот, то, что там последний час творится, когда на Землю прилетаешь, там такой эпик прилет вообще просто. Вот. Да, как вы поняли, эта серия была спонсирована компанией Electronic Arts. Да-да-да. Так, ну поставь, ну что ж, мы же еще не договорили. Во, сколько с него всяких вкусностей. По-моему, мне пора начинать уже как-то деньги собирать, что ли, а то меня точно убивать начнет скоро. Да, так, посмотрим. Мне они, конечно, сильно нужны, я их даже потратить уже не могу, даже на всякие прибыльные предприятия. Ну, тем не менее. Но, тем не кричать менее, все равно будут. У меня стандартная тема, то, что я только покрашу вещи, и сразу приходится на что-то новое менять. Ну, я не стал. Что ж за жизнь? Ладно, пойдем дальше. Так, мы ищем проклятую яму. Потрясающе, по-моему, я думал, мы уже в ней. Нет, бывает еще проклятие. Так, оно, по-моему, кругами ходит, нет? Да, мы ходим кругами. А, все, тут точно были. Ну там дальше. Мы все умрем, мы ходим кругами. Выхода нет. О, приказы притворщикам. Интересно находишь. Мои достойные прислужники. А, запорный парень. Да. Не дайте ведьме умереть, пока она не заговорит. Боль развяжет ей язык, но сдерживайте свои порывы. Помните тот случай с помощником визиря? Мы так мило коротали время, но под конец из его рта вместо слов лилось лишь неразборчивое мычание, а потоки гноя. Отвратно. Кто-то, по-моему, нарывается. Так, зачем ты опять туда пошел? А куда нам, в принципе, ё-моё. У нас вот так. Прямо, видимо. Ну, пойдем прямо. А я пойду вот сюда. А ты иди прямо. А, ну мы, я думаю, и посмотрим, кто куда придет. Я пошел. Блин. Жизнь говно. Зато за мной Лия бегает. Как получается вообще? Ты сессия моя, что ли? В прошлый раз мы в твою сессию играли. И во время... Должна быть где-то наверху. Не знаю. Может быть, сюжетных всяких этих. Скорее всего, затем она и бегает. Скорее, да. Тюрьма Адрии. Так. Говори, что ты знаешь о черном говори, камне души. Кому говорю, говори. Камне, а как я могу говорить, если ты говоришь, говори. Я скажу одно. Белиал не зря его боится. Оставьте ее! Так, это, я так понимаю, мамая, маманя Ли. Госдурмучитель. Это как госком страх какой-то, я не знаю. Так, она там кормит своими заклинаниями.
Хорошо. Шо? Говно ваш мучитель. Да, отмучился. Вчера на кладбище. Да-да-да. Был зверски замучен мучитель. Мантра уклонения. Офигеть. Надо посмотреть. Ну, это такой, ты опять левелапнул, что ли? Ну да. Мантра уклонения. Монах произносит мантру, позволяющую ему и всем союзникам в радиусе 40 метров уклониться от атак, заполненной вероятностью 15% чинит. Короче, наверное, что-то полезное. Я опять, походу, гриб нашел, что ли? Да. Черный гриб. Ну что, ты там и забрался? Подожди. Слепящая вспышка. Ладно. Да, с сюжетом этой серии у нас что-то не складывается. Как и в предыдущих. Ну да. Ладно, я готов. Ли, доченька, ты знаешь, кто я? Милая моя, я всю жизнь приглядывала за тобой, но боялась приблизиться. Это бы подвергло тебя лишней опасности. Здесь опасно. Уходим. Окей. Вот и маманю нашли ее. Угу. Наконец-то. Так, а я пошел вместе с ними в портал. Как? Нифига себе, тут оказывается бочки масляные были, которые можно было поджечь, а мы не знали. Вот она тактика. Ладно, пойдем. Тактика? Не, не слышал. Так, и давайте, наверное, на этом серию прекратим. Мы вполне неплохо, так я думаю, справились сегодня. Несмотря на то, что говорили совершенно отвлеченные темы, но тем не менее у нас все получилось. Мы выбрались не без затруднений, конечно, но в целом было весело. Факт. Да. В следующей серии мы посмотрим, что нам преподнесет Адрия. Мы, конечно, может показаться, что не следим за сюжетом, но это так. И правильно покажется, в общем. Но как бы там ни было, увидимся в следующих сериях. Надеюсь, вам нравится наше такое взбалмошное, веселое прохождение, так же, как нравится нам. С вами были Артур и Артём. Всем пока. Да, пока.